Бережное отношение к старым вещам у Лады Дымкиной сформировалось не сегодня. Перед тем, как стать художником по текстилю, она несколько лет проработала реставратором-позолотчиком в разных уголках нашей страны. У меня просто выработалось и воспиталось вообще уважение к старым вещам, уважение к вещам с историей, уважение как бы и к человеческому гению, да, то, что он производит, что он созидает, как он мир воспринимает и как он воспроизводит это в мире. После переезда в Петрозаводск жизнь Лады изменилась. Именно тогда она переключилась на текстиль, но принцип бережного отношения перенесла и в новую сферу деятельности. Не просто цель там, да, продлить служение вещей, а то есть это более такой масштабный комплекс вообще психологический о том, что я просто очень люблю мир, очень люблю людей и то, что они создают. Часть материалов для своих работ Лада получает из контейнера, установленного в арт-пространстве «Синий коридор». Туда жители Петрозаводска сдают ненужную одежду. Из них, например, получаются такие ватники. Так их называет сама художница по текстилю. Они стеганы, они набиты разным наполнителем утепляющим, да, и полностью как бы орнаментальные такие и лоскутные. То есть я использую, да, здесь вторсырье. Собственно, все это вместе сшиваю уже в детали, и потом детали собираю, все это простегиваю. Большинство своих работ Лада создавала у себя на кухне. Недавно она получила грант от службы занятости. На эти средства отремонтирует и обустроит мастерскую. Дизайнер планирует, что помимо основной работы там будут проходить различные лекции и мастер-классы. Эдуард Тур, Александр Борисов, Самба ТВ 360.